Салют, друзья! Смотрите, что у меня. Я теперь курьер. Доставщик цветов я теперь. Я такой бедный, но охуенный. Прошу прощения у ребят, которые смотрят этот ролик, чтобы все-таки узнать, какова же она работа курьера и сколько я получил. Но, тем не менее, это влог. Я специализируюсь на влогах. А вот ребята, Паша, Смокбокс, Тёмик, Костик и Дима Шиша. Кто смотрит мои влоги, знают Пашу, он владелец Смокбокса, лучший бургерный в Пензе. Паш, встань вот здесь вот. Вот. И он еще открывает новое заведение. Ну, что-то там с японской кухней связано. Погнали, посмотрим. Нашел контент, блядь. Во время карантина нашел контент. Никогда не чеканил в полную силу. Никогда не чеканил в полную силу. А как называться будет? Годзилла. Годзилла? Да, Годзилла Рам. Годзилла. Ну да, нормально. А, вот, собственно, и виновник. Да. Ну, я так понимаю, лапша у тебя здесь будет, да? Да, да, супы. И лук Рам. А это что, еще суши будут у тебя? Вулкан, а также пердак будет гореть после этого. Паш, я не знаю, что еще спросить, может, ты что-то хочешь рассказать? Вот с Московской. Рядом торговый центр Высшая Лига. Хуёвый хавчик от Кинеси. Поскорей бы поесть здесь уже хочется. До пандемии у меня были планы определенные заниматься организацией мероприятий, уже вроде получалось все, но пандемия запретила массовые сборы людей, и у меня закончились деньги резко. Ни разу ничего не доставлял, тем более цветы, но прикольно было бы снять про это влог. А еще я не подумал, я одел майку, то есть представляете, я доставляю девчонки в честь там... В честь безмерной любви парни доставляют цветы, и курьер приходит вот. Любовь! Горят говно к деньгам. Подъезжаем к третьему адресу, уже вторая кокуля. Ой, денег заработаю сегодня. Так, заказы закончились, но говорят, что еще сегодня будут. Так что ждем. Мы с Лешей. Леша мне помогает сегодня ездить по городу. Блять. А Леша мне помогает сегодня ездить со мной, скрашивает... Мое одиночество. Да. Как вы поняли, что он дурачок. Я решил не терять время даром. Пока небольшой перерыв, заказов нет. Я включил компьютер. И сейчас буду стримить. Возможно, прилетят еще донатики. Возможно, еще заработаю здесь чуть-чуть. Так что стрим вперед. Всегда был первым. Кирюха флексит на ушах весь дом. Салют, народ. Привет, ребята. Че, подходим потихоньку, да? Короче, время 12:30. Получил ближайший заказ на 3 часа. Короче, время до него еще дохуища. Сколько за весь день я получу, я потом скажу вам. Что еще? Какая информация еще интересная? Человек... Как погода сегодня? Какая? Погода хорошая. Погода 20 градусов где-то плюсом. Я не растеряю вес, даже если я в потерях, не поставив на колени. Так, салют, народ, сегодня новый день. Вчера обещал вам сказать, сколько я заработал, но не сказал, поэтому скажу сегодня. Вышло у меня около 1500 за 8-8, по-моему, заказов было, да? Плюс чаевые. Что самое интересное, потому что я общался с чуваком, он говорит, что, ну, чаевых у него было мало в его смысле. Через 300 да, метров поверните налево. Так, это паб, парапент. Это все, что вы должны знать о нем. Это Максим, это Саша. Зрачки проверить, блядь, все норм с ним вообще или как, блядь? Я такой думаю, что буду, раз стрим не получился на ютубе провести, буду брать все. И в инстаграме, блядь, ебану, и вконтакте, блядь, и еще и влог сниму. Так, пару пинт, бухаем, потом скажу, короче. Да, раз, два, три. Раз, два, три, это означает, что нужно выпить до конца вот это вот все. Там еще есть бутылочка, может быть, царим? Акстись, умеете, могете. Ребята, молодцы. Сплошные видео. С плюсом. Жалко. Там не то, что крепко, просто не в то горло. Я еще не с тем справлялся, нахуй. Пилзнерочка для шва. Вообще. 4,7 градуса. На самом деле, после всего уже самим захотелось такого.
уже хорош. Мы, типа, на скрастях убили вот эту всю тему, так нельзя. О, вы тоже на скрастях? Ладно, да, ребят. В общем, такой нехитрый стрим. Не знаю, понравилось вам или нет, нам понравилось. Нам понравилось. Нам почитать, да, было. Весело, да. Почаще бы такие стримы. Пиво со вкусом пива, да шо? Так, ну что, отработал я второй день. Заказов сегодня было побольше, но почему-то получил я побольше всего лишь на 10 рублей. Но бензин практически не израсходовал, кстати. Вот, то есть за 2 дня 3000. Саш, для чего проводите стрим? Чтобы быть поближе к вам, ребята. Потому что мы скучаем, очень сильно скучаем. Наливу пивка в пинты и вот так вот отдавать вам всем, отдавать все. Типа, вы такие радостные выпиваете, мы такие с вами чокаемся, и всем хорошо. Так, перевожу на русский язык. А у нас плохие времена настали. Карантин, коронавирус, нельзя заведением сейчас работать. К нам больше никто не приходит, давайте стримы делать, да? Давайте. Делать стримы. Давай. Делать стрим. Мяу.